Здравствуйте! В эфире программа «Дорожная карта» и я, ее ведущая Екатерина Точина. В центре внимания нашей программы – ремонт и строительство дорог Самары и Самарской области, объекты транспортной инфраструктуры и перспективные проекты развития. Главных новостей на этой неделе сразу две. Пуск движения автотранспорта по кольцу на пересечении улицы Луначарского и Московского шоссе с открытием в привычном режиме движения и по улице Киевской. Пока транспортные потоки по новой развязке в виде эллипса следуют в тестовом режиме, поскольку окончены непосредственно дорожные работы. Но еще несколько недель строители будут заниматься благоустройством территорий и монтажом элементов дорожной инфраструктуры. Но уже сейчас движение осуществляется без ограничений по направлениям. И вторая, не менее замечательная новость. До конца недели будут окончены ремонтные работы на Южном мосту и путепроводе «Аврора». Осталось уложить лишь верхний, финишный слой асфальта. И уже через несколько дней движение автомобилей и тут будет ничем не ограничено. Необходимые условия для долгой и безопасной эксплуатации любой дороги, а также лучшей сохранности ее конструктивных элементов – это содержание автострад на должном уровне, своевременная уборка и профилактические мероприятия. В Самарской области комплекс всех этих мероприятий выполняет специализированное предприятие «Осада», перечень обслуживаемых объектов которого и городские, и региональные, и межмуниципальные трассы, за надлежащим состоянием которых следят в постоянном режиме круглый год. Автомобильные дороги, как и другие инженерные сооружения, требуют постоянного ухода и своевременного устранения повреждений и неисправностей, появившихся в процессе эксплуатации. Повреждение дорог, а также износ покрытия происходит от воздействия нагрузок, от автомобильного транспорта и влияния природно-климатических факторов. ГКП «Осада» – государственное казенное предприятие Агентства по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области занимается обслуживанием дорог областного подчинения, проходящих по территории сельских муниципалитетов с 2004 года и с 2007 года ряда трасс непосредственно в Самаре. В данный момент предприятие обслуживает в Самарской области более 7000 километров дорог всех 5 технических категорий. Мы выполняем весь комплекс работ по содержанию автомобильных дорог. Это включает в себя подметание проезжей части тротуаров, мойка проезжей части тротуаров, это и мойка барьерных ограждений. Также сюда входят элементы обустройства автомобильных дорог. Это и знаки, и газонная часть, и все, что находится вдоль дорог, все мы содержим. В зимний период мы осуществляем также очистку и уборку снега, уборку автомобильных дорог от наледи, от снежных накоплений. «Осада» – это 28 филиалов или, как обозначено в официальной документации, ДЭУ – дорожно-эксплуатационных управлений, которые расположены в районных центрах области. Один филиал для содержания городских автомобильных дорог базируется непосредственно в городском округе Самара. Организационная структура и состав каждого ДЭУ зависит от территориальной протяженности сети автодорог. Границы действия управления в каждом районе Самарской области продиктованы параметрами минимальности затрат на обслуживание, связанных с уменьшением холостого пробега служебного транспорта предприятия. Важнейшими критериями оценки качества обслуживания автомобильных дорог, а также эффективности и успешности выстроенной модели административного деления зон ответственности филиалов, является беспрепятственный и безопасный проезд по ним автотранспорта любой категории в любое время года и при любых метеоусловиях. Непредвиденные ситуации и резкую перемену погоды отслеживает диспетчерская служба предприятия, осуществляющая мониторинг обстановки в круглосуточном режиме и оперативно реагируя на фактические погодные условия. Ну, наше предприятие занимается содержанием автомобильных дорог основных по городу Самаре. Самые центральные – это Московское шоссе, Новосадовое, Демократическое, Волжское шоссе, Красноглинское шоссе. Это 50 километров, но их надо содержать достойно. Лучше всех других дорог, я считаю. В этом году у обособленного подразделения «Осада» Самарского ДЭУ юбилей – 10 лет. В 2007 году, после первой реконструкции Московского шоссе, главную автостраду города передали на дальнейшее обслуживание именно региональному агентству, как предприятию, уже зарекомендовавшему себя работой, соответствующей самым жестким стандартам по содержанию дорог. С тех пор зона ответственности «Осады» в Самаре лишь увеличилась. На обслуживание предприятия впоследствии были переданы улицы Новосадовая, Демократическая и далее. Вся дорожная сеть в продолжении этих магистралей на выезд из города. И вот в постоянном режиме, без выходных и праздников, изо дня в день, точнее, как правило, из ночи в ночь, необходимое количество единиц техники выходит на уже ставшие привычными маршруты. Летом мыть, чистить, убирать мусор. Зимой в первую очередь. Оперативно убирать снег и наледь с проезжей части в периоды снегопада, чтобы не допустить транспортного коллапса. И, когда стихия не заваливает город осадками, также чистить и убирать мусор в режиме каждодневной работы. Нравится работа.
Работаем с душой, как бы то, что людям хорошо делаем, обслуживаем дороги. Людям нравится, вот даже вот в этом районе, я живу вот здесь, вот в этом районе, и людям нравится, дороги чистые, всегда ухоженные, тротуары ухоженные. Мы выполняем свою работу на своих дорогах, мы стараемся улучшать качество автомобиля, содержание автомобильных дорог наших, которые мы содержим. Как это общая организация работает, надо знать, быть специалистом, и общая организация работ, вот и весь секрет о чем. Как получится, есть норматив содержания. Это, во-первых, у нас люди работают уже привыкшие, что в выходной надо выйти на работу, опять-таки работать, если снег идет. Привлекаем дополнительные силы, вовремя выезжаем для очистки автомобильных дорог. Ведь если затянуть время очистки, соответственно, потом не будет такого результата. Надо вовремя выехать, не останавливаясь, много кругов пройти по той же дороге по очистке и по обработке противогололедными материалами. Чем больше мы циклов сделаем, тем будет чище дорогу, соответственно. Но это и дороже. И дороже, соответственно, да. Если мы хотим добиться хорошего содержания дорог, соответственно, это дороже получается, конечно. Содержание дорог включает в себя комплекс инженерно-технических мероприятий по систематическому уходу за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода в целях поддержания их в надлежащем порядке в течение всего года и исправления незначительных деформаций и повреждений всех конструктивных элементов. Выполнение работ по содержанию в полном объеме и с высоким качеством замедляет процесс ухудшения транспортно-эксплуатационных показателей самой дороги. Практически убирается все, но погода, сами же видите, какая. Вот, особенно по Москве. Ветер чуть дунул, листок-то все равно прилетит. А так убирается все чисто, люди проходят, убирают с метелками все, остановки все убирают. Вот. А потом вот мы уже идем, моем прилотковую. Ну, в зависимости от улиц, какие улицы. Вот, мастер нас распределяет, допустим, сказал, одна машина туда, одна это моет, другая это моет. Распределяет машина, какие куда. И мы уже едем по заданию, работаем. И совершенно особое место в работе осада по содержанию придорожных территорий занимает обслуживание двух парковых зон, находящихся в границах обслуживаемых агентством улиц Московское шоссе и Новосадовое. После того, как в рамках госконтракта по реконструкции данных улиц газонную часть посреди проезжей части и практически неиспользуемую как общественное пространство, так было на Новосадовой, ну или и вовсе находившуюся в запустении, как на Московском шоссе, привели в порядок и благоустроили для отдыха горожан, содержание новых рекреационных площадок Самары также стало обязанностью осада. Прошло совсем немного времени, и эти бульвары стали и популярным местом отдыха и прогулок горожан, и ориентиром и примером для дальнейшего развития других городских пространств. Наше предприятие отвечает и за парковые зоны, как вы сказали, да, и за лавочки, скамейки, и за посадку цветов, и за содержание. Но здесь у нас, конечно, на подряде и Самара Зеленхоз предприятие, оно как бы помогает нам. На подряде все это сажает и обслуживает. Сложностей тут нет, тут производятся работы те, которые раньше мы выполняли. Как бы тоже покос травы, полив, обрезка кустарников, обрезка деревьев. Мы эти работы и раньше выполняли. И мы сейчас обслуживаем, содержим эти парковые зоны и производим все те же работы, которые мы, в общем, делали. Ну, добавилось там только лавочек, соответственно, там ремонт, покраска, там урны красивые. Это приятно, что у нас стал город красивее, краше. Мы стараемся поддерживать это все, чтобы было это все, чтобы было не стыдно и перед гостями города, чтобы к нам и гости приезжали с других городов и говорили, Самара, какой у нас красивый город. Мы в основном проезжаем мимо, вот, если куда-то едем по делам. А так мне очень нравится, очень красиво. Вот хотели давно заехать здесь пройтись, вот мимо, как говорится, ехали, остановились. А мне нравится, как сейчас в наше время здесь стало очень красиво. Вот, всем довольны. Здесь, конечно, стало очень круто, очень красиво, да. Очень даже приятно здесь находиться. Я бываю здесь крайне редко, но проезжаю часто, и поэтому мне очень нравится смотреть, какие ухоженные газоны, как здесь, вот видите, для детишек интересное такое место. Вообще очень хорошо. Смотрите, даже вот молодожены пришли сюда. Было бы плохое место, неухоженное, сюда бы никто не приехал. А я вот смотрю, уже даже две пары здесь. Это уже о чем-то говорит, что людям приятно здесь пофотографироваться, вон и родственники здесь. Замечательно. Хоть какие-то места у нас есть. Меня очень радует на Московском шоссе. Вот это тоже такая же зона. Очень прям замечательно. Было что? Ну, свалка, мусора. Там больше ничего не было. Это так же, как в квартире. Если будет в квартире грязно, находиться, конечно, там неприятно. Так же и здесь. Вы знаете, вот в Анапе, да, идешь,
чистота идеальная. Даже бумажку стыдно бросить. Вот хотелось, чтобы у нас так же в городе было. Это стало одной из достопримечательностей Самары. Очень много пар, все, кто женится, посещают это место. Я считаю, что это место преобразовалось. Да, мы здесь первый раз, правда, но нам очень сильно нравится. Здесь очень аккуратно и красиво. Я считаю и вообще надеюсь, что в будущем весь наш город станет таким же, как это место. Разнообразное место, хорошее. Я вот раньше тут было просто, по-моему, зеленое поле и все, и деревица. Сейчас сделали ротонды всякие, мостики, цветы посадили. Приятно, вот. И для молодоженных это такое место, эпицентр. Убираются, ну, вроде неплохо. Я постоянно смотрю, что вот люди в оранжевых манишках убираются, постоянно мешают фон, снимают там свадьбы. Вот. Ну, вроде бы, да, убираются. Ну, это хорошо. Пускай мешают, но зато чисто. Вот мы всегда здесь снимаем, всегда чисто. Но основной профиль деятельности осада – все же работы по содержанию дорог и всей сопутствующей инфраструктуры. Например, обочин, полос отвода и разделительных полос, которые также входят в зону ответственности осада. Такой работы много. И это не только очевидные всем процедуры по уборке от пыли, мусора, грязи, посторонних предметов и непосредственно дорожного полотна и остановок общественного транспорта и пешеходных переходов и площадок отдыха. Это и покос, и вырубка кустарника на прилегающих газонах с вывозом порубочного мусора. Это и устранение мелких деформаций и повреждений, заделка выбоин, просадок, заливка трещин на асфальтобетонном покрытии, обслуживание дорожных знаков с заменой поврежденных и установкой недостающих. То же самое касается и дорожного ограждения в положенных местах. Это и окраска элементов обустройства дорог. Это также восстановление изношенной и нанесение новой вертикальной и горизонтальной разметки, в том числе и на элементах искусственных сооружений. Перечисленное, конечно, относится в первую очередь к летнему сезону работы осада. Зимой часть этих работ заменяется на весьма трудоемкий и затратный процесс уборки снега, наледи и снежной каши на дорогах во время выпадения зимних осадков. Знаете, зимой во время снегопадов обильных сложно содержать автомобили на дороге в нормативном состоянии, но мы прикладываем много усилий, чтобы этого добиваться. Своевременная очистка и проезжей части, и остановок общественного транспорта, и тротуаров. Это все влияет на безопасность дорожного движения, на безопасность пешеходов. Поэтому надо все производить своевременно. Зимой, конечно, нам, соответственно, надо сейчас больше техники, больше людей привлекать к этим работам, чтобы содержать дороги. Сейчас в осенний период у нас идет переоборудование техники. Мы занимаемся подготовкой непосредственно. Это поливомоечные машины переоборудуются в пескоразбрасывающие машины. Сейчас идет переоборудование, все в текущем режиме. Ну, а зимой, соответственно, нам надо будет больше техники, погрузочной техники, самосвалов надо будет больше привлекать для вывоза снега, потому что прошла реконструкция, объемы работ увеличились по нашим дорогам, и, соответственно, надо больше уже будет самосвалов привлекать для вывоза снега. Излишек техники у нас нет. Вся техника задействована и вся работает в содержании. Особенно в зимний период техника вся задействована. Сейчас как раз наступает время сезонной пересменки, подготовки техники к работе в зимних условиях и ее переоснащения необходимыми агрегатами и оборудованием. И те же машины, которые летом поливали самарские дороги водой, будут чистить их уже от снега и сыпать песко-соляную смесь. А зимой мы кошелки ставим, плуху вешаем и снег убираем. Это мы тоже делаем, да. Вот сейчас вот буквально вот сейчас настало переоборудование, бочки снимаем, ставим кошелки под песок, плуг вешаем, и все, машина готова к зиме. Зимой особенно плоховато бывает, когда вот мы идем колонной, вот тут плохо бывает в другой раз. Лезут и спереди, и с левой стороны, и с правой стороны лезут, еще и сигналят. Как бы стараемся работать, делаем работу, и для них же дорогу убираем. Вот. Но люди не понимают этого. Но хотелось бы, конечно, чтобы люди понимали нас, что вот мы работаем именно для них, все это создаем, благо. Убираем дороги. И, кстати, в преддверии наступающей зимы предупреждение всем автомобилистам быть внимательнее. Зимой из-за осложненных условий работы в связи с метеоусловиями. Своевременная расчистка дорог становится вопросом не только комфорта, но и безопасности. Этому очень мешают оставленные у обочины автотранспортные средства. Поскольку ждать появления всех хозяев автомобилей нет возможности, применяется практика запрета стоянки и эвакуации нарушителей. Поэтому просьба ко всем – обращать внимание на временные знаки, запрещающие парковку в определенные дни или часы на тех или иных участках дорог. Это время необходимо для полноценной уборки проезжей части. Игнорирование таких знаков чревато эвакуацией автомобиля. Знаки не ставятся не просто так. Это все делается для того, чтобы чище содержать дороги,
чтобы не было снега, чтобы было чисто. Недостаточно парковочных мест, и поэтому люди их, соответственно, оставляют на дорогах. Они, конечно, мешают уборке при содержании автомобильных дорог, особенно в зимний период. Зимний период, потому что тяжело. Мы сейчас ГИБДД наладили работу постоянно. Вот в эту зиму, например, повесили знаки на зимний период по эвакуации машин. Стороны стали менять у дорог с односторонним движением. На почетным сторонам с одной стороны машины стоят, по нечетным с другой. И ГИБДД нам идет навстречу. Для лучшей очистки? Да, соответственно, нам же надо почистить вдоль борта, вывести снег зимой. И чтобы машины там не стояли, вешают знаки на зимний период. Стоянка запрещена по нечетным с одной стороны, почетным там с другой. Вот. И ГИБДД нам помогает в этом вопросе тоже. Вот в эту зиму мы прям хорошо отработали, я считаю. У нас работа наладилась. Они нам выделяли эвакуаторы, мы увозили машины, которые стоят по знакам, и мы, соответственно, дороги лучше чистили вдоль борта, вывозили снег вовремя. С вами была программа «Дорожная карта». Смотрите нас на канале СКАТ ТНТ и в социальных сетях.